Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на пятницу, 24 декабря. На территории Кировской области обещают облачную погоду и небольшой снег. В Кирсе ожидается минус 17 градусов, в Вятских Полянах, Уржуме и Слободском минус 16, в Котельниче-Лузе и Яранске минус 14, а вот в Нолинске столбик термометра может опуститься до минус 20 градусов. В Кирове в пятницу также обещают небольшой снег. Днем минус 19, минус 17, ночью минус 16, минус 15 градусов. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер южный до 4 метров в секунду. Световой день продлится 6 часов 18 минут. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на пятницу, 24 декабря.